прививочная кампания стартовала в регионе еще в сентябре. В Одинцовском округе успели привиться 30 тысяч жителей, из которых 23 тысячи взрослые, около 7 – дети. Школьница Серафима прививается уже второй год подряд и, как сама признается, не болеет. А ты раньше уже делала прививку? Да. Работает? Да. А здесь же делала прививку, вот в таком же автомобиле? Нет, в школе. Практика проведения вакцинации в специально оборудованном автомобиле пользуется все большей популярностью у местных жителей. В первую очередь они отмечают удобство, ведь передвижной фельдшерско-акушерский пункт всегда находится недалеко от дома. Для людей старшего поколения это немаловажно. Только за первую неделю октября здесь привились более 350 человек. Второй год я делаю именно в передвижном фельдшерско-акушерском пункте, и мне это очень удобно, я живу рядом. Ну, здесь нам просто удобно, мы здесь живем рядом, поэтому нам лучше сюда было обратиться. Для вакцинации закуплены современные отечественные вакцины «Совигрипп» и «Гриппол». Они одобрены ВОЗ и практически не имеют противопоказаний. Сделать прививку от гриппа можно в передвижном ФАПе, который работает на центральной площади города по вторникам и пятницам с 14 до 18 часов, а также по субботам с 10 до 15.00. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».